Видео представлено сайтом onlinegdz.net, номер 1092. Решите систему уравнений. 5 умножить на x плюс 2y минус 3 равно x плюс 5. y плюс 4 на x минус 3y равно 50. Раскрываем скобки, упрощаем левые части наших уравнений в системе. 5x плюс 10y минус 3 равно x плюс 5. y плюс 4x минус 12y равно 50. Преобразовываем систему так, что все переменные слева, числа справа. 5x минус x плюс 10y равно 5 плюс 3. 4x минус 11y равно 50. Первое уравнение 4x плюс 10y равно 8. Второе 4x минус 11y равно 50. Вид уравнения после преобразования. Мы видим, что коэффициенты при x одинаковые. Мы почленно вычитаем из первого уравнения второе. Получаем, что 21y равняется минус 42. Y равен минус 2. Вставляем значение y в первое уравнение системы. X получаем равным 7. Ответ. Точка с координатами 7 минус 2. 2,5 умножить на x минус 3y минус 3 равняется минус 3x плюс 0,5. 3 умножить на x плюс 6y плюс 4 равняется 9y плюс 19. Снова упростим левую часть уравнений в нашей системе и перенесем переменные в левые части, а числа в правые. Итак. 2,5х минус 7,5у минус 3 равняется минус 3х плюс 0,5, 3х плюс 18у плюс 4 равняется 9у плюс 19. 2,5х плюс 3х минус 7,5у равняется 0,5 плюс 3. 3х плюс 18у минус 9у равняется 19 минус 4. 5,5х минус 7,5у равняется 3,5. 3х плюс 9у равняется 15. Коэффициенты неудобные. Преобразуем уравнение таким образом. В первом мы разделим все части на 0,5, а во втором все коэффициенты поделим на 3. Получается уравнение 11х минус 15у равно 7. Во втором x плюс 3y равно 5. Подставим значение x равное 5 минус 3y, взятое из второго уравнения, в первое уравнение. Получим 11 умножить на 5 минус 3y минус 15y равно 7. 55 минус 33y минус 15y равно 7. y равен 1. Подставляя 1 во второе уравнение системы, мы получим, что x равен 5 минус 3. 2. Ответ 2, 1.